Пассажирский поезд «Азов-Москва» прибыл на 4-й путь, 3-я платформа. Повторяю. Товарищи встречающие, пассажирский поезд «Азов-Москва» прибыл на 4-й путь, 3-я платформа. Батя, куда скажешь? Развернешься по Садовой, через Обух по бульварам. У Кировских налево, в МГБ, через Охотный ряд библиотеки Ленина, у Большого Каменного, через Лебяжий вниз на Кропоткинскую набережную. Отец, по Лебяжьему 5 лет произошло. Да ну. Тогда с Волхонки на Ленивку и вниз, 3-й переулок направо. По счетчику 1 рубль 64 копейки, плюс 40, 2,04, даю трояк. Понеслись. Откуда такой экскурсовод взялся? Ну что, молодой, так не догадался, кто я? Не. Думай. Думай, зайчик. Ой, начальничек, начальничек, отпусти до дому. Ну, я тебя с балкона увидел. Заходи. Давай. Ну ты хорош. Но пузо. Чего? Чего? Пузо. Да ты на себя посмотри, сельский житель. Одна кепочка чего стоит? Ой, модель мечта ветерана. Да, живу. Кепочка ветераночка. Слушай, по-моему, ты со своего огородного пугала снял. Ладно. Как это Лидка тебя таким в Москву выпустила? Я ж пенсионер, Рак. И выглядеть должен соответственно по-пенсионерски. Чуешь, дары море? Хозяин, в душ пусти, а. Да я тебя за это не то что упущу, на руках отнесу. Давай, со свиданницам. Чё-то... Первая плохо пошла. Наверное, с дороги. Просто ты старый Санька стал. Угу. Ты молодой. Угу. Пацан. В коробке станешь? Не, ну пузо ж. Обижаешь, начальник. Я старый. И мне скоро на покой. Кисло мягко. Давай. За нашу прошедшую жизнь. Даю бесплатные советы. В наше время редко, что бесплатные. Ну-ка, иди сюда. А, гляди. Ну и что? Кооперативное кафе «Привал странников». Ну, а чем ты хуже? Представляешь, вывеска. Частное сыскное бюро полковника Мура в отставке А. Смирнова. Всевидящий глаз. Нет, лучше всевидящее око. Дурачок ты, Ак. И шутки у тебя. Салют! Киви! Бегрешат ты, мой ненаглядный. Прибыл наконец.
садись! Ну чего орешь? Поднимайся! Давай сюда! У меня все есть! Давай сюда! Скорей давай! Ну! Чего у тебя не видел? Тут новое заведение открылось, в котором я никогда не был. Спускайтесь! Обновим привал странников! Каких еще странников? Давай сюда! Все мы странники в этом мире! О, сейчас идем! Давай, идем. Давай! Сейчас спускаемся! Сань, как нога? Да че, помаленько. Да слава. Скрипит. Прошу. Вот. Проходите. Алька, пролезешь? О, Лерочка, хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо, три, а? Ничего, а? Ничего, ничего. Нравится? Привал. А? Выбирай. Добро пожаловать. Здравствуйте. Прошу. Да, красиво как, а? Ну, что значит старина? Старина – это винипластовая. Производство отдела декоративно-технических сооружений родного до слез Мосфильма. А закусь такая же липа? Еда лучше, чем на Мосфильме. Слушай, откуда я тебя знаю? Меня многие знают. Мы водички своей с собой принесли. Мы это учли. Итак, что будем заказывать? Неси все меню. Гуляю. Гуляю. Выпьем, пацаны. У меня есть тост. И только не грузинский. А то выпить и кусать очень хочется. Испортил песню, дурак. Но ты меня не собьешь. За твое здоровье, командир. За твои 100 лет. Нет? 150, Саня. На его пенсию до 150 не доживем. Ребят, я ж в Москву приехал. Я вас 100 лет не видел. Да ну я к черту пенсию эту. Гулять хочу. Будь зел, нашим. Хочу. Поехали. Соколовский хор яра. Был когда-то знаменит. Соколовского гитара до сих пор в ушах звенит. Выйду на Тверскую, сердце рвется на простор, чтоб забыться под гитару, услыхать цыганский хор. Понимаешь, парадокс какой-то с этой пенсией какой получается. Какой парадокс? Лидка больше меня получает. Саня, Саня. А мы не просить. Мы требовать будем. Ты кто есть? Ты жертва застойного периода. На. Ты копнул в 82-м в Средней Азии. Тебя как ненужную тряпку из милиции выбросили. Да. А не прав, Арк. Инвалид я. Тебе колено прострелили, а не голову, да? Да. Ребят, я все документы собрал. Там стаж, выслуга. Я им скажу. А вот контору свою не ходи. Почему? Ходи. Потому что не надо. Зря они позовут, нарвешься только. Может, не зря. Нет, Алик прав, Алик прав, Алик прав. И гордость должен иметь. А может, через твоего Грекова? И Влада задействуем Грекова, если понадобится. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, взволнованные речи, весенний вечер, каштан цветует ярче краса. И где, и когда, Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Браво! Спасибо! Год назад я звонил и разговаривал с... Я со Странником. О, я тебя узнал. Сейчас. Ты Денис Бармен из космоса, а? Точно. Денис,
Здесь выгоднее, да? А я день там, день тут. А, Фигаро, значит. Наша водичка кончилась. А как насчет вашей? Сань, я постараюсь. Это парится. Мы постараемся. Договорились. А, хорошо, а как насчет пищи духовной? Мясо странник. Поговорите ли сами? Ну, не. Слушай, нет, это мы какого-нибудь. Как насчет музыки? О, нет проблем. Слушай, а джигу сейчас? Не надо, давайте выйдем. Горчицу хотя бы, а? Ну, давайте выйдем. Вместо джиги и горчицы. Все же вышло. Давай мясо. Конечно, Лидке там хорошо. Цветы сажают, а я с утра до вечера на лавочке сижу, на море гляжу, Азовское. Очень тебе себя жалко. Зачем? Тебя что ж жалеть? Хуленький ты наш. Ты в каком виде ко мне сегодня явился? Одна кепочка чего стоит? Тост у меня. Че? Ты куда приехал? Ты в каком виде ко мне сегодня явился? Ну ладно тебе. Сань, ты куда приехал? Ты приехал в столицу нашей родины, Москву. В Москву приехал, в столицу нашей родины. Что ты учишься? Ничего хуже когда у человека на голове такая кепочка, он не живет. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Александр Иванович, какими судьбами? О, какие люди. Привет. Здравствуйте. Позвольте вам представить. Король московского джинсового самопала Феня Беленький. О, очень приятно. Король отрекся от престола. Здрасте. Он теперь председатель пошивочного кооператива Белл. О, что вы нам нужны. Нужно приодеть этого господина полковника. Ну, нет проблем. Ага. Александр Иванович, Зоенька. Зоенька. Прошу, займитесь. Прошу, Зоенька. Пожалуйста. Зоенька. Прошу вас. Зайчка. Не поминайте лихом. Белл – это… Белл – это по-английски колокол, а также первая часть моей еврейской фамилии Беллинги. Белл против Ли. На два слова можно пригласить вас, Веня? О, прошу. Прошу. Я вас слушаю. Как сам живешь, Вень? Процветаю. Слушай, а учитель твой Алексей? О, он выжидает. А где он сейчас? У себя в имении. Прошу. О, благодарю вас. До свидания. Сколько я тебе должен? Александр Иванович, все уплачено. Черти. Ну, будь здоров, Белл. Всего доброго. Заходите. Браво, Шурик! Браво! Браво, Виват! Браво! Виват! Браво! Виват! Красота! Шура, молодец! Браво. Давай сюда! Сань, Сань, Сань! Давай, Сань! После шампанского кофейку сейчас сам я. Я не хочу кофейку. Нам нельзя, у нас спецобслуживание. И понял? Спецобслуживание. Да какое спецобслуживание? Это же кооператив. Коллектив все заведение откупил. Тихо гуляю. А где Денис? Смена Дениса кончилась. Нельзя, товарищ. Я тебя не товарищ. Гиви. Что вы смеетесь? Не ходите, не надо. Я пошел домой. Ну, что ты заел? Что ты заел? До конца Георгий. Ну, что ты заел? Отстань, Верфи. А, да кто к тебе пристает? Альк! Альк!
Долго мне как просители у дверей стоять? Не ори. А? Живой? Куда? Погуляли. Пивка бы сейчас. У Альки нету, что ли? Кстати, сделай сейчас. Когда я проснулся, его уже не было. Посмотрим резервы. Не топай. На, держи шмотки твои. Вчера на Арбате забыл. Мы что, на Арбате, что ли, были? И что, забыл, где шампанское пили? А? Господи. Как гласит народная мудрость, после лобобо, деньги тю-тю, настроение бяка. Да, порезвились мальчики. Нравится? Личик. А это кто? Ничего нету, выйду человек. Ни черта не вижу. Гостей принимают. Фотографироваться потянулось. Гиви, смотри-ка. О, ну тебе закрылись. Не вовремя. Интересное кино. А где вы вчера кутили? Ты знаешь, с похмелья остроумно ответить я не могу. Слушай, вечером заскочу, посидим втроем, побеседуем. А сейчас у меня дела. Пока. Дела. А где ж кафе-то, лейтенант? Тут же вчера кафе «Привал Странников» было. Да я сам удивляюсь. А вы, собственно говоря, почему мне задаете вопросы? Да ты меня не бойся, лейтенант. Свой я. О. А, приехали. Вот не пойму ничего. Куда ж кафе-то девался, а? Ой. Так это ваш портрет в нашем музее висит. Глазастый. Чё-то ноги плохо держишь-то. Пойдем на лавочке посидим. Пойдем. Тебя как зовут? Лейтенант Риндин. Юрий. Юра! Слушай, Юр, а кафе давно здесь открылся? Сегодня у нас среда. Открылись они в прошлый понедельник, получается, всего 2 недели тому назад. Недолго дрыгалась старушка, злодей в опытных руках. Какая старушка? Это у меня присловие такое дурацкое. Вы только подумайте, Александр Иванович, а ведь у них все в порядке было. Разрешение райисполкома, патент. Старший у них Шакин Вадим Владимирович, пенсионер, у меня его данные есть. Шакин, ВВ, 27-го года рождения, по профессии инженер-экономист, пенсионер, прописан город Калининград Московской области, Свободный проспект, дом 16А, квартира 178. У меня все точно, я с паспорта списывал. Да, дела. А может, их того? Закрыли? Шакин. Что-то тут нечисто. Заняться бы этим серьезно. Вот бы посмотреть, что у них там внутри. Но без разрешения арендаторов. Сан Иванович, вы с вашим авторитетом нашего начальства могли бы вмиг разрешение на осмотр получить. Слушай, понимаешь, я сильного бодуна, что для такого старого хрыся, как я, очень тяжко. Ты извини, но пивка не можешь сообразить, а? Есть кафе. Чешское пиво. Но дорого. 1,5 рубля бутылка. Юр, ну мы за ценой не постоим. Сделаем. О. Момент. Извини. Сан Иванович. Спаситель ты мой. Сан Иванович, я тут пока за пивом бегал. Мысль одна в голове возникла. Посоветоваться бы. Юр, давай потом. А. Сейчас пивка выпью, вздремну самую малость. А потом, милость спрошу, вон в тот дом, 18-я квартира. У Спиридонова остановились? Точно. Тогда я побегу. Сам пока хочу кое-что проверить. Ну, а вечером к вам загляну. Давай. Договорились. Ни пуха, ни пера. Thank you.
Ну, а вечером обязательно к вам. Смотри, спит. Сном младенца. Чешская. Нашла. Открой глаза. Закрой ротик. Садись. Обедать будем. Я только что завтракал. Пивом. 4 часа тому назад. По сравнению с вечностью только что. Сколько сейчас спал? Старость не радость. Еще говорят, сон алкоголика чуток и беспокоен. Пойдем, свежий воздух. Очень я есть хочу. Сейчас. Автомобильная авария. Да нет, машина-то не гаишная, наша оперативная. Пошли-ка, ребят. Чего тебе там надо? Я есть хочу. Разрешите? Извините, пожалуйста. Разрешите? Извините. Ну да не за без очереди. Простите, пожалуйста. Да ну дайте глянуть. Нельзя, нельзя. Разойдитесь. Ты что? Что? Леонид? Здорово. Здравствуйте. С прибытием в нашу Палестину. Давно в Москве? Недавно. Участковый Трендин. Да. Что случилось? С крыши сорвался. Леонид, вечерком ко мне заглянешь? Я вот в этом доме у приятеля остановился. 5-й этаж, квартира 18. Я с Трендиным сегодня утром разговаривал. Конечно, обязательно загляну. Че расселись? Пошли. Я тебя долго не задержу. Угу. А их ты не стесняйся. Ломидзе в нашей конторе 5 лет отрубил. У нас Спиридонов есть Спиридонов. Должен знать, коль ящик смотришь. Знаю. Проходи, знаю. Леонид. Проходите. Не стесняйтесь. Спасибо. Будьте как дома. Садись, Леонид. Я очень стесняюсь. Колоточный, пока ты даром копытами топочешь, малолетки ширяются как хотят на твоем участке, козел. Пожалуйста. Спасибо. Коробейников сдавать не в моих правилах, а склад их сдам. На крыше 6-го дома под правым скатом у слухового окна целуй меня в тухе, слох. У Трындина в кармане нашли. Ну и что делать собираешься? Тухи сцеловать. Только не знаю, чей. Ну, допустим, поцеловал. Дальше что? Лень, ты рассказывай. Несчастный случай. Ну. Дома этому на капиталку вот-вот становиться. Кровлю 1000 лет не меняли. Трендин полез к тайнику и заскользил вниз вместе с кровельным листом. Так что вы хотите мне сказать? Так что, тайник там что, действительно был, что ли? Был. Серьезная укладочка с пантопоном. По рыночным ценам 7-8 тысяч. Ты смотри, а. А что же добровольный осведомитель-то сдал тайник Трындину так? Думаю, конкурент. Может быть, может быть. А что же именно Трындину? Потому что Трындин всерьез взялся за наркоманов. Схему составил, что, где, как. Так что вы мне хотели сказать?
Васюш, выходит, несчастный случай. Да, несчастный случай. И никаких сомнений. Все собственными руками ощупал. Ничего подстроенного. Ну, как дальше ты жить собираешься? Пойду по трендерской схеме. А теперь я вас слушаю, Александр Иванович. Видишь, какое тут дело, Лень. Там он в доме напротив. До сегодняшнего дня существовало кооперативное кафе «Привал странников». Мы в нем вчера с друзьями довольно мило пообедали. Понятно. А вот сегодня его не стало. Исчезло. Понимаешь, как корова языком слезала. Так вот, внезапно, в разгар сезона, вдруг прекратил свое существование. И вот мы утром с Трендиным очень этому удивлялись. И больше ни о чем не говорили? Нет. У меня к тебе просьба, Леонид. Поинтересуйся, пожалуйста, что все-таки с этим кафе произошло, а? Поинтересуюсь. Спасибо. Исключительно для вас. Спасибо, Леонид, спасибо. До свидания. Узнай, пожалуйста, про кафе-то. Гиви, а ты не мог бы выяснить на своем масс-фильме, кому не отпускали этот ваш винипластовый кирпич? Ведь какие-то концы все равно должны были остаться. Хорошо. Санька, ты чего в Москву приехал? О пенсии хлопотать. Ну вот и хлопочи. И в этом мы тебе поможем. Так. Значит, не суйся, пенсионер, не в свое дело. И нас не впутывай. Я тебя правильно понял? В общих чертах, да. Гиви, а ты что скажешь? Он говорит правду. Каждый должен заниматься своим делом. Ну, конечно. Ты кино снимать, Алька в телевизоре кривляться, а я на лавочке сидеть. Зачем на лавочке? Ну, скамеечки, на табуреточке. Да не хочу я. И старческой любви позорней, сварливый старческий задор. Вон как. Да ноги мы в этом доме больше не будет. Саня! Да ты что? Что, с ума сошел, что ли? Ну что ты чего? Тобой? Ты Альку не знаешь, что ли? Да, Санька, кончай, говорю тебе чуть. Он обидится. Ну что, Санюша? Он хотел доказать, что наизусть знает тючего. Извини сейчас же. Санька! Допустим, я люблю что? Тебя, мерзавец! Да, ну, коньячку в честь примирения. Не подлизывайся. Или чай с вареньем. Удивил. Тогда про мафию. Давай. Здорово, а? Ты руки-то не надо. Я тебе товарищ Шакина повидать. Твой товарищ козла забивает. Вот
Ой, не дуплись. Давай, мне оставишь. Как они? 20 копеек. А вы по-русски. Нормально. На вас. Мужики! А кто тут Шакин, а? Ходи, ходи, давай. Шакин, кто тут? Я Шакин. Че? А, ты Шакин? Я Шакин. А пойдем, что? Поговорить надо. А что? Я сейчас, ребят. Давай, давай. Ты Шакин ВВ, проживающий дом 16А, квартира 78. Я. А ты кто такой? А вот кто такой. Грамотный. А? Я Шакин ВВ, паспорт взял в долг у Смирнова Александра Ивановича 250 рублей. Да, да. Обязуюсь вернуть не позднее 6 мая 1990 года, а? 20 апреля 90 года, подпись Шакина. А сегодня какое? Сегодня. Сегодня. Деньги собираешься возвращать? Не-а. Я денег не брал, и подпись не моя. Понял? Чего ты? Я и подпись не моя. Женя, видишь, что это не ты? Но паспорт-то твой, падла. И паспорт не мой, у меня новый. А старый ты, кажется, потерял. Потерял еще в феврале. Вот так-то. Чего? Если ты, сучий потрох, не скажешь, кому продал паспорт, с которым меня заделали, как фраера. Кого заделали? Меня! Удавлю, гнида. Понял. Ничего не знаю. Паспорт потерял. Вот так-то. Шакин, что тебе зарежешь-то? Ну ты что, знаешь, как больно-то? А ну-ка. Печень-то раздул, да безобразие. Ты кончаешь жрать аптеку и парфюмерию. Почему? Ну что, загнешься, ты что? Да. Интеллигентный человек таких простых вещей не знаешь. Ой. Ты кому, говоришь, продал паспорт? Да я его не знаю. Ну, ты же паспортом на рынке торговался. Жека, официант, привел клиента из ресторана Болшевского. А я его знать не знаю. А Жека где? Он почетным работает, завтра будет. А сегодня что, позвать никак нельзя? А где же его сейчас найдешь? Он в Москве живет. Горячий будете? Подумаем. Вот дела. Завтра часов в 6 вечера я здесь буду. И чтоб ты здесь был, Шакин. Но запомни, если предупредишь Жеку обо мне, очень плохо тебе будет. Я мальчонка добрый, но иногда суровый. Ты меня понял, Шакин? Понял. Пей. Мне? Давай, за мое здоровье. Это что ж такое? А пожар? Когда случилось-то? Как магазин открылся, в 2 часа. Мальчишки, подожди. Как же это все произошло, Леонид? Что это? Пожар? Пожар. Пожар от того, что мальчишки подожгли. Но это мне уже одна бабушка рассказала. А точнее? А точнее, вон старший лейтенант расскажет. Расскажи, товарищ полковнику, как все было. Сиди. Значит так, проникнув в помещение, 5 пацанов, найденной там зажигалкой, балуясь, нечаянно подожгли разбросанные на полу бумаги. Ну и началось. Как они в помещение проникли? Говорят, дверь открыта была, но, по-моему, врут. Еще вчера Трындин двери проверял. Специально подожгли или само получилось? Да говорят, и не поджигали вовсе, будто само зажглось. Так, наворот продолжается. Леонид, выяснял насчет кафе? Райисполком никакого разрешения не давал. Как же так? А Трындин меня уверял, что у кооперативщика все в порядке.
значит, вы не так его поняли. Да, старость не радость, ты прав, Леонид, прав. А что же они вообще тайник на крыше устроили? Могли бы на чердаке? И удобнее, и безопаснее. На крыше, потому что постоянным присмотром. Резонно. А зачем вообще тайник-то? Чтоб с поличным не взяли. Скажи-ка мне, старший лейтенант. Слушай, товарищ полковник, перед тем, как лезть на крышу, Трендин заходил к вам в отделение? Он каждый день заходит. А вчера? Про вчера не знаю, у меня отгул был. Вчера Ночевкин дежурил. Как Ночевкина найти? А ну, тихо там! Ну-ка! А ты уйди отсюда! Тихо! Извини, начальник, прости. Он в отгуле, а завтра вечером заступит. Я ему расскажу про тебя. Что ты делаешь? Что ж вы меня сегодня все завтраком кормите? Спасибо, что шутил. И дубов я достану, и чертей калечить стану. Почему нет водки на Санька, мне? Ну зачем тебе дубовый дрын? Сам шидовый. А что, отличный палочка-то, а? От кого отмахиваться будем? Ну, пока не знаю. Ребятки, я вас завтра в ресторан приглашаю. Загородный. Алька, он опять копает. Как свинья на грязь всегда отыщет. Ответил вам козлам, Ланс, молчу. Просто мне нужны завтра. Бросать слабоумного друга в беде неблагородно. А мы люди благородные. В ресторане с вами от скуки сдохнешь. Я дамочку прихвачу. А дамочка ничего? Дамочка ничего себе. Ее Галей зовут. Вы Смирнов? А ты Галочка, да? Галина Дмитриевна. Здрасте, Галина Дмитриевна. Ну что, поедем в ресторан? А как же? Скромнее надо быть, Шакин. Скромнее. Жек твой на месте? Поставьте машину на стоянку. Здрасте. Шеф. Да. Я хочу вместе с тобой друзьям сюрприз сделать. Пойдем пошепчемся. Пошли. Ну, тебе о моих делах все рассказал Вадик, Шеф. А что он должен был мне сказать? Друг мой, Жека. Очень тебя прошу, не держи меня за лох. Ну-ну. Ваник испугался меня разок, а тебя он боится всегда, так что о нашем с ним разговоре тебе известно все. Ну. Ну, для ясности уточняю вопрос. Кто тот гражданин, что купил паспорт Шакина? Я не знаю, кто купил паспорт Шакина. Одобряю твою осторожность. И ставлю вопрос по-другому. С кем ты познакомил Шакина в феврале? Да не помню, сколько времени прошло. А ты вспомни. Вспомни же. Понимаешь, мне очень нужны мои деньги. А тебе совсем не нужен скандал. Ну, припоминаю, был такой случай. Зимой один мужик, вполне солидный, попросил свести его с человеком, которому позарез нужны деньги. Вот и все. И все? Все. И больше ты ничего не знаешь? И больше я ничего не знаю. Тогда мужики. Возраст, внешность, одежда. Ну, на вид лет 40-45. Просто небольшого, но крепкий. Ну ты что? Черноволосый, с проседью. Одет прилично. Фирма. Фирма. А что еще? А больше ничего. Ну ладно. Считай, что я тебе поверил.
и убедился, что должника мне не найти. Теперь о заказе. Слушай. Сделай все по высшему разряду. На какую сумму рассчитываете? Да по твоему усмотрению. Ну, значит так, по полтинничка с персоны. Считай, что так. А за 2,5 кати скольких людей записчик берете? Непонятно. Из того, что тебе понимать положено, усвой одно, женюрка. Я не люблю, когда из меня фраера лепят. Козел ты вонючий. Вадя! А? Иди домой, а? Всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Пусть здорово. Сейчас все будет. И сюрприз. Галочка, главный для нас сюрприз, что вы с нами. Приятного аппетита. Ну, вы просто волшебник. Раньше, чтобы добиться благосклонности прекрасной дамы, купцы дарили тысячные бриллианты. А теперь 3 килограмм клубники достаточно. Вкусно. Разомнемся перед горячим. Не-не-не-не-не. Арк, слушай, она что, Гимина любовница, что ли? Подружка. Во всяком случае, всегда с ним. Ну, а его жена как на это смотрит? Жена и жена. Живут же люди. Подожди. Ну как мы? Галочка, вы прелестны. Вот так-то. Я больше не могу. О? Ваша дама прекрасно танцует. Кто это? Разрешите пригласить ее? Прошу прощения, но этот танец дама обещала мне. На этот раз опоздал. Бывают же такие страшные. Пойдем плясать, Галя. Деваться нам некуда. Чего он от нас хотел? Не от нас, от Галочки. Хотел танцевать с ней. А ты глаза его видел? Лирика. Глаза как глаза. Ну, наливайте. Дождемся, горячего. Чего-чего, горячего ты дождешься. Разрешите. Извините, но... Теперь с вами хромой дедок танцевать нет. Пойду пройдусь.
Самовар пачечку дай и попить что-нибудь. Не, попить, а не выпить. Мусор. Разговора не будет. Мусор, мусоряга. Ты. Встретят. Скорее всего. А мы скучаем, вот и развлечение. Для сведения некоторых по легкой эйфории, забывших о своем возрасте. Каждого из нас хватит в лучшем случае на 2 полноценных удара. Галочка, а вы машину водите? Водит, водит. Ну, теперь не водит. Как я скажу, сразу к машине, от ключей. Пойдем, а? Конечно. Да нет, я вообще не пью. Конечно. Галя. Ну-ка назад и быстро в машину. Саня, ты между нами. Сколько? 6. Вас понял. Перехожу на прием. Наконец. Хорошо потрогали. Тебе не помог. А я пока монтировку искал, у вас с ними уже консенсус полный. Ну, успокойся ты. Да успокойся ты, хватит. Ну, хорошо. Я не понимаю, как так можно. Я не понимаю, как не понял? Так можно. Ты не понял. А вы понимаете, что вы мясники. Вы убийца, вы понимаете это? Да не, он не понимает, что ты. Да что с вами разговаривать? Хорошо, развяжи руку. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, поплачь, помогает. И ловко ты этого каратиста достал. А? Достал. Каратист. Извини меня, извини. Вся эта хренотень, набор штампов. Что-то обязательно с копыта начинаем. Рычонки-то ослабли. Ну, извини. В коленях мандражи. Отошло?
Старички. Симпатично погуляли. Развеялись слегка. Да, старости рад. Поехали. Что-то было. А Санька? А я не знаю. И больше ничего не можешь сказать? Пока не могу. Зато я скажу. Ты копаешь. Но ты совсем забыл, что у тебя ничего нет. Ни мура, ни статуса официального лица. Ну, отмахнулись мы сегодня. А дальше что? Тебя или шпана достанет, или та же милиция за незаконное вмешательство в правоохранные дела. А ты что, Киви? Ты хоть на субботу и воскресенье утихни. Эти дни я занят по горло и ничем помочь не могу. А мне завтра, то есть уже сегодня, внучку нянчить на даче. Ой, а на Спартак воскресенье Варька меня с такой рожей ни за что не отпустит. Киви, я тебя люблю. А ты меня любишь? Нет. Почему? Алик, любовь бескорыстна, а твоя корысть налицо. Ты хочешь меня использовать как извозчика. А я в данный момент тебя не люблю. Вот так. Любишь. Любишь? Нет. По глазам вижу, что любишь. Так значит, воскресенье в 4 на нашем месте, да? Мерзавец! У меня к тебе несколько вопросов, лейтенант. Да, конечно. Первый. Говорил тебе Трендин о том, что получил анонимное письмо о наркотиках? А вообще в тот день какой-нибудь разговор о наркотиках был? Да не точно, в тот день не был. Хотя вообще он очень часто... Ну, очень интересовался этими вопросами. Ночевкин, ты, пожалуйста, вспомни все подробно, что в тот день было. Вспомни. У тебя ведь память хорошая. Не жалуюсь. Первый раз он часов в 12 заскочил. Начальника не было. Пошел в райисполком. Куда? В райисполком, там вопрос какие-то. Ну и пошел. Ну и что? Ну и пошел. А через час вернулся и... Начальник еще не освободился, совещание не кончилось. Трендин решил пойти пообедать и по участку пройтись. А визите в исполком Трендин ничего не рассказывал? Да, чертовщина какая-то. Путаница. Понять ничего невозможно. А что он хотел понять-то? Не знаю, но он, наверное, об этом хотел с начальником посоветоваться. Посоветоваться? Страна советов. Точно. Можно? Да-да, пожалуйста. Проходите, садитесь. Слушаю вас. Могу я узнать, давал ли райисполком разрешение на открытие кооперативного кафе в Тихом переулке? А то ваш сотрудник как-то постарались избежать ответа на этот вопрос. Мои сотрудники поступили совершенно верно. Сведения такого рода составляют государственный секрет или тайну, которая может быть использована во вред чему-либо. Мы же обязаны стоять на страже интересов наших клиентов. Тогда, значит, вы давали разрешение на открытие кафе гражданину Шакину ВВ. Откуда вы это взяли? Раз вы защищаете интересы ваших клиентов, значит, таковые интересы имеются, следовательно, вы давали разрешение. А если разрешение не давали, значит, интересов нет и защищать нечего. А вы по-прежнему мастер вопросов, Александр Иванович, а? Я ведь вас хорошо помню. Я это Лео сразу узнал. Запомнить мелкого чиновника управления, в то время, когда сам был легендой розыска. Дело непростое, а? И когда же тебя, бывшего капитана милиции, народ в свои избранники определил? Уже 6 лет, как я здесь. Ну, тогда по старой памяти, как коллега коллеги. Ты давал разрешение на открытие кафе Шакину ВВ? А я, Александр Иванович, этого... Как ты? Шакин. Шакина. Я его и в глаза не видел. Так, ты не давал. А твои люди? А мои люди и права такого не имеют давать. Ясно. А Трендин в последний раз когда к тебе приходил? Это кто такой Трендин? Ну, участковый тех самых мест, где несколько дней функционировал кафе «Привал странник». Что-то не вспоминаю такого. Ну, а вообще-то, Александр Иванович, как время проводите, а?
на заслуженном-то отдыхе, а? Разнообразно. Визит. Понятно. Бар Березовый Рощи, где вы? По эскалатору и направо. Спасибо. Налей коньячку сотку. И водички запить. Что-нибудь еще? Че, не узнаешь, что ли? А почему я вас должен узнавать? Вы что, киноартист? Ты как высокий профессионал клиент с первого раза срисовать должен? Я как высокий профессионал должен обслужить клиента быстро и вежливо. Все? Че, значит, со мной разговаривать не желаешь? Собственно, о чем? Ну, о привале странников, например. Извините, я туризмом не увлекаюсь. А чем ты увлекаешься, если не секрет? Уж не нумизматли, а? В каком смысле? В самом прямом. Любитель и коллекционер денежных знаков. Налейся соточку. Пожалуйста. Только мне кажется, вам уже достаточно. Плиз. А ты еще и консультант, да? Извините, мне отлучиться надо. Чин-чин. Давайте, ребят, давайте. Чем еще могу быть полезен, гражданин? Рассказываем о привале странников. Ей-богу, вы меня с кем-то путаете. Ну, тебя же Денисом зовут. Обращайтесь ко мне на вы, ладно? Вас Денисом зовут? Меня зовут Денисом. 3 дня назад вы, Денис, обслуживали меня в кооперативном кафе «Привал странников». Вы теперь там работаете? Я работаю здесь. Я не я, лошадь не моя. Не надо было мне вам 200 грамм наливать. Не надо. Мальчонка, память-то у тебя дырявая. Учти, мой петушок, я приду с 2 свидетелями, и ты у меня расколешься до задницы. О, вы что, работник правоохранительных органов? Я пенсионер. Так вот, что пенсионер. А ну-ка, дуй отсюда, покрыть тебя. Рука, денег. Смокин, порвешь, козел. Что вы себе позволяете? Это туристовский отель, здесь иностранные гости. Что происходит? Да вот, товарищ, выпил лишнего и буянит. Подробнее. Руки распускает, ругается непристойно. Вы же сами видели. Капитан Покатилов, будьте добры, паспорт, удостоверение или что-нибудь объясняющее, кто вы и что вы. Пенсионер. Пройдемте, товарищ пенсионер. Денис, ну мы еще увидимся. Почетный милиционер. Солидный документ, коллега. Какой ждали. Неудобно мне вам, Александр Иванович, нотацию читать, но, к сожалению, приходится. Не стоило бы вам здесь, в гостинице, в присутствии иностранцев, дискредитировать высокое звание. Это чем же? Вы извините, но от вас же как из бочки. Ничего не изменилось, а? Вот лет 25 назад один мой близкий друг сформулировал закон, которым должен руководствоваться любой непривилегированный гражданин нашей страны. Закон Спиридонова. Но звучит он примерно так. Если я хоть чуть-чуть выпивший, то в отношениях с милицией труслив и беспринципен.
Он прав, капитан Ткатил? А вы шутник, Александр Иванович. Не пойму я только вот, кем подписано ваше удостоверение? Щелоком, капитан. Щелоком. О, прискорбный факт, не правда ли, Александр Иванович? То, что произошло со Щелоком-то, да. Вы опять шутите. Да нет, прискорбный факт в том, что ваши заслуги перед милицией оценил государственный преступник. Намекаешь на то, что и заслуг-то вроде никаких да не было? Да нет, что вы, ни на что не намекаю, так просто, размышляю. Ну, у меня еще одно удостоверение имеется на орден. Подписано председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Брежневым. А Лаврентий Павлович вас никак не отмечал? Если бы не закон Спиридонова, сказал бы это капитан. А вы скажите, скажите, мы же вдвоем. Ну, разговорчик-то ты пишешь. У меня слух хороший, а вот магнитофон у тебя плохой, шумит потому что. Старый, да? Ладно, Александр Иванович, пойдемте, я провожу вас до выхода. А бармен Денис, он дружочек твой, да? Пойдемте, пойдемте, Александр Иванович. Габарджоба, геноцвали. Ну что делаешь? Завар рублю. Бросай колун, давай езжай ко мне. Ты что думаешь, что у меня других забот нет, что ли? Твой любимец Гига, цветок жизни здесь такой устроил, что... Слушай, высеки его от моего имени, а? Его высечи, я ему морду набил. Вот видишь, все главные дела сделаны. Давай, дуй ко мне. Не могу, Саня. Ну и черт с тобой. Журналисту на даче он. А что нужно-то? Надо, чтобы электричество было, даже без этой, как ее, без демократизации. О-о-о, Андрюха! Да. Иди звони в ДЭС. Ну, же, Ваську, пожалуйста, бегай.
Ты мне нужен, Гиви. Вы знаешь, который сейчас час? Знаю. Скажи. А моя машинка у тебя далеко запрятана? А? Так серьезно, Саня? Да. Понял. А ты еще молодец, Саня. А, Гиви, брось. Просто я не люблю, когда меня убивают. Теперь бы догадаться, зачем тебя убивают. Яснее ясно. Привал странников. Ну, это повод, а причина? Ну, что тут особенного? А? Просуществовало недельку кафе. Оказалось нерентабельным и закрылось. Ну, рентабельность неделька не определяется, Гиви. Для чего-то оно существовало. Вот я и хочу знать, зачем. Значит, ты хочешь знать такое, что лучше тебе и не знать. Ох, дорогой, я не все успел тебе сказать. Я ведь узнал гражданина-то. Это Андрей Глотов, известный на Москве бомбардир. А от этого легче или тяжелее? Понимаешь, Глотов перед самым моим отъездом в Среднюю Азию был осужден на 12 лет за избиение, приведшее к смерти. За такие дела срок не костят. Так что, понимаешь, ему сейчас самое время в лагере строгого режима чалиться. А он тут у нас с балконов прыгает. Ну и шуточки у вас, боцман. Ты смотри, как они мгновенно увезли труп Глотова, а? Ни шума, ни крика, ни следов, ничего. Ничего не было. Все. А зачем увезли? Труп-то ведь ничего никому не расскажет. А вот оставить его, это отличный шанс связать мне руки. Ну еще бы. Примитивного грабителя сбрасываю с балкона. Сразу дело о превышении необходимой обороны. Старичка-полковника под следствие. Он оправдывается, и некогда ему привал странников копать. Зачем же они Андрея Глотова увезли? Боялись, что опознают? Да он же в бегах, Саня. Да в данный момент он не беглый, он мертвый. Чего его прятать-то? Ну, чем могу тебе помочь? Это опасно, Гиви. Ну, я испугался, но все-таки. Я пытался расколоть Дениса, бармена из космоса, твоего знакомого, и мимо. Ну, конечно, куда тебе на такую межконтинентальную штучку? Что от него надо? Кто его в привал нанимал? Через кого? Кого из клиентов знал? В общем, короче, на кого выйти можно? Он мой, Саня. Ох, да чё ж я умный, Гиви. Если бы ты знал, как помогла мне эта палочка. Слушай, а с электричеством они неплохо придумали, а? Они с тобой тоже неплохо придумали. Это серьезная шайка, Саня. Это не шайка, Гиви. Даже не банда, это команда. Я здесь ночую, товарищ полковник. Так сказать, поужинаем перед сном. Хоп. Ничего не понимаю. На асфальте, конечно, ничего. Ничего. Можно подумать, что они и полы помыли за собой. Пьяного в садике видел? Видел. Вполне убедителен. Вполне, вполне. Одно смущает. Если бы свой местный не дремал бы на скамеечке, а трепался там со своими. Психуешься. Ты ищешь логику поступки пьяного. Ты что ж думаешь, они меня с поводка спустишь? Короткий поводок. Если следят, то на длинном. Куда? Покатаемся, проветримся, на травке посидим. Альку дождемся. А я Галю с собой возьму. Ну, валяй. Слушай, Гиви, она что, не замужем же? Почему замужем? Уж говорят, гениальный физик, но постоянно с гением, наверное, скучно. Как ты думаешь?
есть? О. Давай. Полковник, дайте вырулить. Вот теперь, пожалуйста. Прошу. Сейчас направо, галочка. Потом налево. Потом еще налево. Да, да, да. Ясно? Слушаюсь, гражданин начальник. Давай, девочка. Вот, держи. А точно здесь-то? Здесь, здесь. Тут мы всегда с Ольгой останавливаемся, когда на дачу едем. А что мы с тобой 50 минут делать будем? Отдыхать будем. Мы услышим ангелов, мы увидим небо в алмазах. А вы, галочки, а? Галочка за рулем. Галочка, ваше здоровье. Неплохо они упакованы. Да, я и говорю. Серьезные граждане. Куда уж серьезнее. Зачем все это тебе, Саня? А тебе это зачем, Киви? Зачем ты мне, галочка? На вопрос, Киви, отвечаем. Зачем ты мне? Быстро, иди сюда! Быстро, давай! За деревья! Показать мне, что я дерьмо. Спартак чемпион! Спартак чемпион! Пап!
и красиво. Уйди. Привет. Здравствуйте. Привет. Что случилось, пацаны? Отсюда вывод, товарищ Спиридонов, что игроки этой команды отлично знают, где твоя дача расположена. Откуда знают? А где дубинка? Держи. Она твоя, в твоем доме. Какая изящная вещица. Слушай, Арк, а твоя собственная тачка где? На приколе. Дочка на югах, самому возиться неохота. Мне сейчас машина вот так нужна. Так завтра оформим доверенность и катайся на здоровье. Поехали. Куда едем, господа хорошие? Домой, водила. Дурак, не боцмани, шутки у тебя дурацкие. Галочка, вы отомщены. А как Спартак? Выиграл 3-1. О, поздравальку. А я совместил приятное с полезным. Слушай, как говорят, на ловца и зверь бежит. Бармен твой, Денис, в нашем ресторане гулять изволит. Ты его щупал, а? Зачем молодому человеку вечер портить? Но главное не в этом, Саня. Главное, в какой компании он гуляет. Занятная компания. Альса Ванч, я вас люблю. О, сильно пьяный. Как Зюзел. Конечно, я могу этого Дениса за пищик пощупать, но сильно компашка перспективная. Думаю, с него и начать. Гиви, давай лучше завтра утром. Ну или днем, или вечером. В общем, с тобой надо посоветоваться. Ты лучше давай домой езжай, отоспись. На такси. На чем поедешь? Ты не беспокойся, машину здесь оставлю. Ну, значит, совсем пьяный, кое-что соображаешь. Александр Иванович, я вас жадно целую, жадно. Пошли, алкоголичка. А на ней Даная нарисована. Красивая. Да, и лежит. Ну, в общем, сказка. Галя, да иди сюда. Присядем самую малость. Тоска и страшно. Не хочу я здесь быть. А где ты хочешь быть? Дома. С мужем. Мне надоело. Тихо. Спасибо, Михаил Александрович. Картинка будет ваша. Честное слово. Между прочим, замечательная картинка. Много ты понимаешь в картинках. Ну, это мое второе призвание. Вообще, поменьше бы ты разговаривал. Лучше было бы. Пошли. Пошли. Иду. Галя, подожди. Хорошо. Мне надоели ваши стариковские игры. Я устала. Не с тобой одним было хорошо. Надоело. Я не могу больше, я не хочу бояться. А завтра протрезвеешь и все скажешь. Когда протрезвею, я тебе уже ничего не скажу. Подожди. Зачем тебе все это надо? Зачем? Объясни мне, пожалуйста. Ну зря вы стараетесь. Ну ничего вы не добьетесь, ну не вернете. Вы молодость. Ах-ха-ха, как в старые добрые времена. Один за всех и все за одного. А на самом деле, по такая непровинциальному Шерлоку Холмсу. Он мой друг, Галя. А я тебе кто? Привет! Мне было с тобой хорошо. Александр Иванович. Я хотел с вами посоветоваться.
Я ухожу. У меня запись. Да нет, вы не мешаете. Просто боюсь, вам неинтересно будет. Может, и интересно, но я ухожу. Ну, сделай. Остоженскую наркотическую супербус. Гнида. Тут заслуги моей нет. Шел по схеме Трындина. Поздравляю. Спасибо. Так вот, Поляков, супербосс этот, признался, что тайник на крыше его. Как у тебя вся честненько получается. Вот именно. Товар, что при нем был, с московской базы аптека управления. А товар в тайнике с областной. А Поляков очень подробно мне рассказывал, как он пополняет тайник за счет поступления с московской. Прячь второй канал. Вряд ли. Тогда, может, за крупный посол берет тайник на себя? Скорее всего. Ну, а начальство что? А что начальство? Начальство отрапортовать, что дело связанное с наркотиками. Успешно, раскрыто. Ну, еще бы, за 3 дня размотать такое дело. Арестовал крупного торговца наркотиками, нашел тайник, преступник во всем признался. Да ты, герой, молодец. А Трындин с крыши сорвался случайно. Давай сами на крышу слазим. А? Леонид. Сыщик, давай сюда. Нашли что-нибудь? Грамотно сработано. Тут явно в последний раз железо клали не кровельщики, а какие-нибудь халтурщики-алкаши. Они просто приколотили железо гвоздями с прокладкой. И что? А то гвозди, Леня, вбит по самой шляпе, кроме одного. Кто-то выдернул прокладки и заколотил гвоздь до конца. Или железо держалось на соплях. Вот стоило ступить на него. И с концами. Леонид, Леонид! Не балуй! Опа! Умыли вы меня, Александр Иванович. Я вас теперь как бычок на веревочке. Ржавчина сбита. Со шляпы гвоздей. Ударами молотка. Ну что, спускаемся? Ну зачем? Ну и воздухом подышим. А? На Москву поглядим. Себя Москве покажем. Леонид, ты сунул нос в записную книжку Трындина? А у него не было записной книжки. То есть как это не было? То мне по ней фамилию одного гражданина назвал. Александр Иванович. А потом сунул в карман рубашки. У Трындина записной книжки не обнаружено. Ха. Такие дорогие. Ты все-таки поинтересуйся, через кого передали записку Трындину. Вы уж меня совсем за недоумка держите. Нашел я пацаненка, который за рубль согласился передать записку. Ну и кто же на рубль расщедрился-то? Гражданин лет 30, с наколкой на руке. Спасательный круг с якорем. Привал странников тщательно обследовал? Я к ним еще не подходил. Наркоманами занимался. Сделай какой-нибудь официальный документ, чтобы там спокойно пошуровать можно было. Сделаю. И еще. Просьба у меня к тебе, Леонид. Справочка мне нужна из архива. Если не под крестами, то добуду. Узнай, где находится осужденный Андрей Глотов, бомбардир. Посажен в 1981. Хорошо. Но в Болшево наведи справочку о деятеле по кличке Паленый. Как? Паленый. Минимосина. Вот бы не подумал, а. Так это в корне меняет дело. Кстати, Гиви, а кто такой Минимосин, а? Ты иронию оставил. Ирония не лучший способ общения с больным человеком. Минимосин – юрисконсульт министерства и вполне официальный миллионер. Это каким же образом? Самым простым. Он давно приобретает живопись начала века и 20-х годов.
за бесценок приобретал. А сейчас это твердый капитал. Да ты должен его помнить. Он у меня в 58-м довольно прилично Лянтулова выманил. А, выменил Дубужинского, который у тебя в коридоре висит. Вспомнил Минимосина. Ну и голова у тебя, начальник. Так что поговорили сегодня по телефону с этим Минимосиным. И договорились встретиться в Дон Журе. Посоветуюсь, как лучше подойти так вот, к Денису. Посоветует он тебе, как же? Посоветует. Он вокруг моего Филонова вот так вот кругами ходит. Ну что ты, Филонов что ли отдашь? Господи. Отдам. За услугу и кое-что такое маленькое. За что-нибудь. Ну, полегчало. Пойдем в кабинет, там удобнее. Совещание у него в кабинете. Совещание у меня в кабинете. Сколько раз я слышал от тебя эту фразу «в муре». А нету у тебя теперь этого кабинета. Нету. А у тебя, Гиви, нет благородства. И душевной четкости не хватает. Ну, излагай. Сегодня утром меня посетил капитан милиции Махов, с которым мы вместе полазили по крышам. Если меня рассматривают на просвет, то и визит Махова, и путешествие по крышам они, конечно, засекли. Так вот, заковыка номер один. Считают ли они, что я поведал капитану милиции о своей ночной встрече с бомбардиром Андреем Глотовым? Если они так считают, то на ликвидацию мою пойти остерегутся. А вот если не считают, то все остается статус-кво. Думай, Гиви. Думай. Не считает, Саня. Доводы? Они понимают, что ты не дурак. В чем, по-моему, они сильно ошибаются. Ты серьезно можешь? А ты не перебивай. Что ты им можешь предложить, кроме рассказа? Ничего, дубинку разве? Да и только мы с Алькой знаем, что она не твоя. Что ты им можешь предложить милиции? Одну пустоту. Команда знает твой расклад. Уверена, что ты это тоже прочитал. Значит, ты будешь искать доказательства один. Статус-кво. Следует надежда на то, что они считают меня глупее, чем я есть на самом деле. И думают, что я уверен в том, что напугал их милицией. Возможный вариант, но не 100%. Ну не квартира у меня, а тайный центр масонов. И все заседает, центр заседает. Ты ж машину хотел, мастер ложи. Может. Зря ты ему машину дал. Он теперь от нас убегать будет. Прищут нашего Саня. Что потом делать будет? И он тебе на язык пришьют. Поехали. Далеко ли? А куда скажу? За мной. Куда это он? На Минимосина посмотри. Я сегодня целый день занят, так что ты с ним весь вечер один. Присмотри за ним. А мне ВПН надо. Поехали. Хорошо, не шуми. Не могу вам сказать точно. Позвоните еще, пожалуйста. Ой, да. Здравствуй, да. Моя минуточку. Красавица. Здравствуй, моя лампочка. Как ты живешь, а? Гиви, это что, галочка там, что ли? Галочка со своим физико-математическим мужем. Можешь подойти поздороваться, пока я Минину печень клевать буду. Слушаюсь. Господин начальник. Посмотрим, кто он. Что вас Творцов так сюда тянет? Он не творец, папуля. Творец за другим столиком устроился. Александр Иванович у нас сыщик. Он бандит, ловит. Много поймали? Мало. Я же на пенсии. Значит, на полставки ловите? Ну, что ж на полставки? Вы же сами сказали, что мало поймали. Александр Иванович, что не съедите? Спасибо. Да нечего здесь есть. Он у меня сыроед. Ну и как? Помогает? Что именно? Сыроед. А чё? Подожди-ка, и пусть подогреет. Сейчас. О, кого я вижу? Кимико. Как живешь, Миня? Твоими молитвами. Значит, хорошо. Не жалуюсь. Ну так что? Решил продать Филонова? А нет, продать я его никогда не продам.
Но обменять смогу при одном условии. Ну, с условием потом. Что ты за него хочешь? Один маленький сомовский пейзажик с купальщицами. Не понимаю, что у тебя за страсть к этим мироискусникам? Хорошо, у тебя же два варианта имеется. Ну ладно, а что за условия? Водички бы мне налить с барского стола. Денис, бармен из космоса на тебе шестерит? Ну, вообще. А почему что-то чему-то должно помогать? Да, действительно. Смирнов тут что делает? Да ты его не бойся, он в отставке на заслуженном отдыхе. Должен тебе сказать, Гиви, Ко, что я вообще никого и ничего не боюсь. Это тебе так кажется. Повторяю, шестерит или не шестерит? Шестерит, ну что за выражение? Сын профессора, кинорежиссер. Никак не можешь избавиться от милицейского жаргона. Каинова печать. Господи, как ты мне надоел меня, а? Тебя же никто здесь не держит. Филонов? А бармен? Так, я тебя слушаю. В общем, исполняет кое-какие мои мелкие поручения. Следовательно, он у тебя почасовик. А у кого он на зарплате? У государства. Жаль, я так надеялся. Что он за человек? За жабры взять можно? Ты же знаешь, сейчас с любого можно взять за жабры. Спасибо за водичку. А Филонов? Не уйдет от тебя твой Филонов. В субботу созвонишься и устроим свидание Филонова с Сомовой. Мистер Сотби. Мистер Кристи. Пока. Вот вы на пенсии. А как это ничего не делать? Я не умею ничего не делать. Не понимаю, как можно ничего не делать? Вова, сейчас я тебе Александр объясню, Иванович. Как ничего Александр не делать. Александр Иванович, вас зовут. Ой, кого это надо делать? Может, поужинаем здесь? Нас Алька ждет. Вчера с Галочкой поссорился. Да. Из-за меня. И за нас привет. Да? Да. Через полчаса. На Петровском. Сможешь? Везунчик, ему и вода горячая есть. Чего тебе? Каша на плите, чай заварен, я смотряюсь на часок. И я с тобой. Да некогда мне. Вернись! Опаздываю. Вернись, я кому сказал, мерзавец! Излагай. Ну что, как всегда, вы правы, Александр Иванович. Да. Да. Ночевкин видел записную книжку Трендина. И очень хорошо запомнил, потому что тот ей нос почесал. Ну вот и книжечка объявилась. Не объявилась, она исчезла. Я вчера повторный опрос свидетелей делал. Любопытная картинка получается. Гражданин, который первый склонился над Трендином, среди опрашиваемых его не оказалось. Гражданин средних лет. Без особых примет. Лет 30, с наколкой на правой руке, спасательный круг и якорь. Как догадались? Слишком долго эффектную концовку готовил. Как моя просьба, Лёнь? Гражданин Савостиков, Геннадий Григорьевич, известный вам под кличкой Палёный, в воскресенье вечером утонул в Клязьме. Лёня,
А ведь в Клязьме утонуть нельзя. Можно. Пьяный в луже может утонуть. Что, был сильно пьян? Говорят, литр в нем был. Да, дела. Ну, давай. Удивляй дальше. Я удивлю. Андрей Витальевич Глотов, бомбардир, кличка Живоглот, осужденный в 81-м году на 12 лет, в апреле 86-го года скончался в лагере строгого режима от перитонита. Ты не ошибаешься, Леонид? Я сам дело видел. Копию свидетельства о смерти, фотографии покойника. Впечатляющее личико. А сколько нужно времени, чтобы копии фотографии изготовить экспрессом? Ну, умыл, сыщик, умыл! Любопытная картинка. Может, сегодня привал прочешем? Завтра, Леонид, завтра. Сегодня я в бегах. Достал-то. А, это ты. В честь чего гуляешь? А я не гуляю, я Паленова поминаю. Чего ж так о покойнике? Паленый, Паленый. Его Геной звали. Правильно, Геной. Добрый он был. Уважит, бывало, поднесет. А еще что скажешь, Владик? Пословица у него была в последнее время. Мы и мертвыми возвращаемся, а вот утоп и не вернуться. Паленый, паленый. Будешь? Погоди. Вот посмотри внимательно, Вадик. Этот человек купил у тебя паспорт? Этот, не этот. Но что-то со своими глупостями. Ты что, меня не узнаешь, Шакин? Узнаю! Узнаю! Ты главный виновник смерти Паленого. Ты его избил. Унизил до невозможности. Вот он и запил по-черному. И утоп поэтому. Ты душегуб. Смирно. Ну, кончай кривляться. Смотри сюда. Он? Ну, он? Вроде он. Жека, а ну пойди сюда. У вас после пятницы по Болшеву легенды ходят. Обо мне, Жека, легенды ходят не только по Болшеву. А вот зачем ты мне врал? Ведь это Паленый просил тебя свести того человека с Шакиным, чтобы самому в стороне быть. Ну и что мне вам рассказывать, вы и так все знали. Так я тебе теперь все знаю. А вот врать, Жека, нехорошо. А ну смотри сюда. Он. Шакин его опознал? А то и собачье дело какое знать, опознал, не опознал. Ты что, боишься-то? Теперь тебе бояться нечего. Я не боюсь. Но. Этот мужик купил паспорт Шакина. Ну и что? Благодарить не благодарю, не за что. А вот совет дам, что без надобности в дерьмо не лезь. Есть? Отлично. Ну и мясо какое-нибудь. Хорошо. Спасибо, Марк. Ну, садики ему. И что интересно, отвернулся.
Устал я от вас за день. Ох, устал. Ты что? Он... Турило потерпло! Вторая социалистическая, а? Там за церковью сразу интернациональный путь. Поедешь по ней. Первая направо, первая социалистическая, а вторая, вторая. Спасибо. А ты к кому? Борзов мне нужно, Алексей. А, американец. Дома-дома. Я сегодня в магазине видел. Он хлеб брал. Вас ли я вижу, полковник? Полковник, вы прекрасно выглядите. Я уже не полковник. Какое это имеет значение? Хотите, я буду звать вас мой генерал? Он генерал. Прошу в дом. Прошу вас. Умыться бы с дороги-то, а? Вы курочку снимите, Александр Иванович. Жарковато сегодня не в меру. Да у меня машинка под мышкой. И сбрую снимайте. Действуйте. Спасибо. Таракань российская, а прям бунгал на Лонг-Бич у тебя. Мне по здешним ценам пробить артезиан, провести водопровод, сделать локальную канализацию стоило 1500 рублей. Полторы тысячи любое местное семейство пропивает за год. Ну напрягись, ощетинься и затем живи как человек. Нет, так и будет орлом в скворечнике всю жизнь сидеть. С ведрами за водой за версту бегать. Россия, Россия. Переживаешь, значит, за Россию-то, а? Ну, а кто же за нее нынче не переживает? Ну, бог с ней, с Россией. Давайте пообедаем. Спасибо. Я плотно перекусил по дороге к тебе. Алло. Позвони попозже, старик, а? Ну, тогда давайте о деле поговорим. Вы ж по делу приехали. Пойдем свежим воздухом подышим, а? А то одурел целый день за баранкой. Чем же тут целыми днями занимаешься один? Думаю. Кончай думать, Леша. Твое время пришло. Индивидуально-трудовая деятельность. Не верю я пока еще нашему государству. Сегодня разрешил, завтра запретил. Кстати, адресочек-то мой вы у Веньки в новом ателье раздобыли. Обижаешь. Покопался в памяти. Нашел. О, вы профессионал. И я профессионал. Только профессию мою, предпринимательство, социализм за профессию не считает. Может, вы в шезлонге устроите? О, хорошо. Александр Иванович, что вы душу-то мотаете? Давайте о деле, вы же по делу приехали.
Мастер спорта под дзюдо Андрей Глотов. Ныне бомбардир из дорогих. Кличка Живоглот. Больше ничего, Александр Иванович? Мне сегодня один пьяный фразочку сказал. Звучит она примерно так. Мы мертвыми возвращаемся. Напомнил мне эту фразочку, Леша, один наш давний разговор с тобой, когда я еще, помнишь, посмеялся над твоим рассказом о том, как отдельные лагерные мертвяки, ожив, вдруг возвращаются к своим родным и близким. Так, значит, Живоглот в лагере строгого режима помер. Помер. А потом ожил. И вас интересует, каким образом он помер, а потом опять ожил. Ну что ж, выкупиться он, конечно, не мог. Денег таких у него быть не могло. А какие деньги на это нужны? Миллион. Ну, не смеши меня, Леша. Вы уже один раз смеялись, Александр Иванович. Извини. Очень богатые люди умирают иногда в лагере для того, чтобы ожить на свободе. Это не блатная легенда. Что же касается Живоглота, то, видимо, его в команду присмотрели. А что за команда? Есть, говорят, такая команда на Москве, которая ничего не боится. Леш, а кто это все делает с лагерем, а? Не знаю. А вот через кого? Ну, хотя бы через кого. Через самого богатого человека в Москве. Больше я вам ничего не могу сказать. Леша, я тебя очень прошу. Александр Иванович, я вам по гроб жизни благодарен, что вы тогда отрубили меня от этой вонючей уголовщины. Хотя, понимаю, могли подцепить к делу. Как же известный комбинатор-махинатор заодно с грабителями. Но ничем не могу вам помочь. Мой вам совет, Александр Иванович. Не лезьте в это дело. Уже влез. Вот он, мерзавец. Вижу. Ну ж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись как тучи. И все на наш редут. Извини. Да черт, а. Мерзавец. Чайку по хозяин, а? Тьфу. Ну не сердись. Я ты? А где остальные две? Вчера с пацанами разговаривал. Ну? Они утверждают, что даже чиркнуть не успели. Найдено здесь зажигалкой. Как сваленная в углу бумага вспыхнула. Нажимное устройство. Фирма, а? Да. Солидная контора. Ну, это зал. Там подсобки, что ли? Подсобки. Ну, а готовили они где? Они здесь и не готовили. А как же? Они привозили готовые, разогревали. Липа. Ну что, начальник, еще что-нибудь покажешь? То, что под кафе было подготовлено, вы смотрели. Еще какие-нибудь помещения здесь есть? Были. Пройдемте вот сюда. А здесь был склад игрушечной фабрики. Перед капиталкой их выселили. А на бетонной подушке здесь что стояло? А не было тут бетона. А может, и был? Люк здесь был, это я помню. А кто же люк бетоном залил? А откуда я знаю? Я данные Наполеонова запросил. Так вот, до того, как его сактировали после сильного ожога, он сидел в одном лагере с Глотовым, вашим. Нашим, нашим. Слушай, Ленька, ты не мог бы справочку достать? Кто из заключенных, скажем, за последние 10 лет умер в этом лагере. Умер. Хорошо, сегодня же запрошу. Скажи мне, техник, дорогой ты наш смотритель,
А есть поблизости какая-нибудь стройка, которая работает круглосуточно? Есть. Ну. Посольство неподалеку отстраивается. Торопится иностранцы. Спасибо. Не стоит. Леонид, кто у тебя из ребят пошустрее? Демидов. Демидов! На завтра рабочих с обойными молотками вызвал, чтобы бетон поковырять. Ну что завтра? Сегодня нужно, Лень. Ой, Александр Иванович, совсем забыли наши дела? Забыл, забыл. Полдня с бумажками бегать придется. Какие трудности? Пойдешь на строительство посольства сейчас, узнаешь, какой цементный завод их обслуживает. А на заводе по накладным узнаешь, кто из водителей возил туда бетон. Я правильно излагаю, Александр Иванович? Абсолютно. Только одно маленькое уточнение. Выясни, кто из водителей работал вечером 21-го и в ночь на 22-го. Понял? Понял, товарищ капитан. Давай. Санька! О. От Ларионова звонили. Просили быть не позднее часу. О, сбор всех частей. Смотри, как Сережка разбирает-то, а? Поедешь? Черт его знает, жрать охота. Давай сначала поедим, а потом решу. Санька! Ну, что за запах? Уйди. Ой, тряпное мясо, то, что отвались, надо. Отвались, мол. Доктор прописал. Гиви, а твой бывший напарник, ныне большой начальник Сережа Ларионов, меня к себе требует. И ты поедешь? Куда деваться-то? И я с тобой пойду. Алька, подавай. Не надо, сам разберусь. Нет уж. Я давненько в конторе не был. Ну и повстречаюсь со своим старым дружком в его конторе. Чего ты завелся-то? Может, он просто со мной по-хорошему поговорить хочет? По-хорошему надо так. Бутылку марочного коньяка с букетом роз, по вечерней прохладе после работы и в ноги своему учителю и другу. Извините, что на вокзале не встретил. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищ генерал. Я вас сегодня приглашал. Зато у меня возникло такое желание. Садитесь, Александр Иванович. Прошу извинить. Махова ко мне. Разрешите? Товарищ генерал, капитан Махов по вашему приказанию прибыл. Кто вам позволил, капитан, нарушать служебные инструкции? Может, я чего-то не понимаю, но я ничего не нарушал. По какому праву вы занимаетесь делами, не относящимися к вашему расследованию? По какому праву вы посвящаете в ход расследования посторонних лиц? Виноват, товарищ генерал. Можете идти. Что это нам спектакли устраивать, а? Как дела, Александр Иванович? Ну, дела как саж была, Сереж. Да, дела у вас не важнецкие. Кому как не вам известно, что ваши действия противозаконны. Вы что же это, частным розыском занялись? Сыскной кооперативчик открыли? Сейчас в период перестройки, в период кардинальных, я бы сказал, революционных перемен, любое нарушение буквы, духа закона карается самым решительным образом. Я не запугиваю вас отнюдь, но сейчас никакие старые связи, никакие заслуги старые не дают вам права попирать социалистическую законность. За генеральские погоны вертеться приходится, да, Сереж? Еще одно противозаконное действие с вашей стороны, и вы будете высланы из Москвы в родные края к Азовскому морю в 24 часа. Да. А еще говорят, как хорошо быть генералом. Лучше работы я вам, сеньора, не назову, но советую вам не забывать то, что я вам сказал. Учти, генерал, если ты сделаешь пакость сани, я тебя из-под земли достану. И советую запомнить то, что я вам сказал. Вот так. Леонид, можно к тебе? Я смотрю, ты своего генерала совсем не боишься.
А я его никогда не боялся. Уважал. А после сегодняшнего, боюсь, перестану. А как насчет завтрашнего? Только что звонил. Рабочие будут во второй половине дня. Спасибо. Пойду. Говорил, сиди дома, не ходи. Ну что там? Садись, поехали. К тебе. Куда? Садись, кому говорят. Нервные все очень. Ну что там, Ларионова, можете сказать? Саня, не мог он так, ни с того, ни с сего. Может, надавили? Все может быть, все. Олег, а с однокашником твоим, греками, Владленом, поговорить можно? С однокашником, Владленом Грековым поговорить можно. Иди звони. А что сказать-то ему? Скажи, что немедленно Санка и вас принял. Сию минуту, сейчас же. Ну, дай 2 копейки. Нету. Да дай. Греков сейчас кто в нашей конторе? Большой бугор. Начальник нашего любезного генерала. Да, начальники растут как грибы. И дня оперативной работы, и наш профессиональный номер один. Ну? У него совещание. А? Но помощник сказал, что Владлен Андреевич может для нас вырвать минут 40 около 18:00. Ага. Ну и отлично. Что будем делать 2 часа? Не поесть, не поспать. Не скажи, Саня. Держи. Девочка, персики хочешь? На. Ну, иди бери. Спасибо. Давай. Иди, моя хорошая. Пацаны, а как мне вести сейчас с Грековым, а? Он же теперь у Санки не хозяин. Он считается мне другом. И знает тебя, как моего друга, лет 30, наверное. Так что спокойно, достаточно неназойливо на ты, изложишь суть ларионовских угроз. Ну уж, эмоцию добавлю я. А что за человек этот Греков? Сложный. Простите. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Владлен Андреевич вас ждет. Прошу вас. Да-да. О! Ну, здравствуй. Здравствуй, дорогой мой. Ух ты, здоровый! Проходите. Слушайте. Не соединяйте. Да, но формально он, конечно, прав. Но по сути, это, конечно, знаете, угрозы насчет 24 часов. Вот. Светочка, с Ларионовым соедини меня. Если, конечно, он на работе. Ларионов слушает. Греков, ты что же, Сергей Валентин, заслуженных людей обижаешь? Смирнова имею в виду. Так ведь боевой конь при звуке трубы. Понимаю. Ну, смотри. А эти угрозы? Мы своих ветеранов в обиду не дадим. Он не будет больше. Не будешь? Буду.
Он больше не будет. У меня все. Я, конечно, братцы мои, его не оправдываю, но нынче страшнее прокурорского надзора зверя нет. Ну, Александр Иванович, живи спокойно, действуй в рамках законности. Договорились? Я всегда как-то стараюсь действовать в рамках дозволенного. Да ладно, ладно, ну не ершись ты. Ну что, по чашечке кофе? Нас Гиви у машины ждет. А, тот-то, я смотрю, третьего мушкетера не хватает. А что же не зашел? Ну, посчитал неудобным, Влад. Понятно. Вот так и живем. Дела, суета, табель о рангах, теряем старые дружеские связи. Постой, когда же мы с тобой виделись последний раз? У тебя на Остоженском новоселье, это же года полтора назад. В апреле прошлого года. О! А раньше друг без друга не могли прожить. Помнишь, Алька, ни дня. А знаешь что, ребята, приезжайте ко мне в эту субботу на дачу. А? Посидим, поговорим, старое вспомним. У меня на водохранилище дача. Подожди, Алька, ты же у меня был. Да. Приезжайте, приезжайте. Я один, семья на Рижском сборе. Спасибо за приглашение, постараемся. Ну что, Александр Иванович, ты насчет пенсии хлопотать приехал? Это мы провернем. Провернем. Какая пенсия? $160. Ой, господи. Гордость московской милиции — 160 рублей. Ну, ладно, это не проблема. Алик, напиши бумагу, красивую, как ты умеешь. Про заслуги полковника Смирнова. А может, в кадры вернешься? Твой опыт, хватка, принципиальность. Нам сейчас нужны вот так нужны. Так как, Александр Иванович? Владлен Андреевич. Эх, жизнь. Мы так и живем. Для друзей настоящих времени не хватает. Вот жизнь. Ну ладно. Спасибо, Алька, я рад тебя видеть. Пошли, Алька. Заходи. Заходи, заходи. Нет, ребята, я вам доложу, начальники не чета нам. Начальники великие люди. Непримиримо конфликтующие стороны остались на прежних позициях, но все же довольны да нельзя. Да. Если б не было начальника, все бы рухнуло в ожесточенной борьбе. А ты о деле говорить можешь? Могу. Во всяком случае, Саньку из Москвы не вышлют. Спаршивый Олти, хоть шерсти клок. Ну, куда теперь? Солдаты невидимого фронта. Подкиньте меня в редакцию, а сами решайте, чем занять вечер. Я буду дома к 11. А куда вы? Из Москвы уехать. На травке полежать. Прожили, Саня. Ага. Но не в этом дело. Только в этом, только в этом. Проснешься ночью и думаешь, зачем все это? Но ведь мы живем, Гиви, по другую сторону холма, но еще живем. Но для чего? Стыдно и смешно. Значит, ничего не надо? Чего не надо? Суетиться. Мне в эту вонючую кашу лезть. Вам, Санька, мне помогать. Завидую я тебе, Саня. Ну, тогда вперед!
Вот что, Гиви, если завтра все подтвердится, тебе надо сразу расколоть Дениса. Я думаю, его связь с Мини не односторонняя. Он последний между Мини и кем? Я его раскалю. Но что должно подтвердиться? Сам увидишь. И спрячь его у Вальки. Могут убрать. А ты как думаешь? Кто-то проворачивает жуткую комбинацию, Саня. Кто-то ее уже провернул. Спасибо тебе за чудесный вечер. Ну, завтра в 9 я у вас, командир. Отдыхай. Будь здоров. Придет, я его вызову. Сам-то как здесь оказался? У нас здесь уже второй день пост, Александр Иванович. Ясненько. Ай да мах. Стреляешь ты, Сырцов. Лихо. Санька. Ну ты что? Санька. Валька, ну ты что? Саня! Ну ты что? Ну? О, ты что? Пойдем иди, домой. Иди, иди. Алька, иди. Пойдем домой. Не надо тебе здесь, иди. Ну пойдем домой. Иди, я сейчас ну, пойду. Идем, ну, я тебе говорю, Саня. Иди ты. Стой, куда? Стой, кому говорят. Ты почему звала на помощь? Он просил. Кто он, говори подробно. Леопольдом назвался. В честь меня, говорит, кота в мусярке назвали. Мы с ним в баре на Остоженке познакомились. Я там сидел, он ко мне подсел. Где ж надраться-то успела? Бар безалкогольный. Да у него с собой было. Мы с ним в баре посидели, потом он и говорит. Пойдем, Тань, на волю выпьем. Ну, стакан взяли и пошли. Он там на лавочке и пристроились. А когда выпили, он говорит, хочу я, Тань, своего приятеля проверить, храбрый он или трус. Приятеля? Приятеля. А когда он будет выходить, ты закричишь, помогите, помогите. Если он храбрый, то подойдет сюда, если трус, то нет. Вот я и заорала, как он просил. Ну а взвыл-то чё? Взвоешь тут. Он меня как за сосок крутанет, да больно-то. Как же-то он сразу так точно ухватился? Ну, не сразу. Он меня сначала для своего удовольствия за пазуху шарил. Наконец-то. Общемосковская операция. Дежурное внимание.
срочно необходим капитан Махов на участке старшего лейтенанта Сырцова ЧП. За мной. Все. Ну, пошли домой. Подожди. Сейчас пойдем. Подожди. Саня. Минуту, можешь подождать? Сейчас пойдем. А меня в тюрьму не посадят? Не посадят, не посадят. Александр Иванович, ваша трость. Сырцов, вы там на пустыре бутылку и стакан поищите. Есть. Ну, пошли домой. Ох ты. Пройдемте. Куда? Худо, да, Саня? Трясет что-то. Ну-ка. О. Выпей, выпей. Как же ты это допустил? Я к порогу, понимаешь, к порогу довез. А потом, когда поехал, в зеркало смотрел. По шкуре пришло, что они бабьим криком его из подъезда выманят. Не казнись, Гиви. Просто они отлично эту операцию продумали. А мы расслабились. Черт за тебя, Санька. Не, Алька. А нога-то? Ох. Нога, а? Уйди. Порядки. Уйди. Порядки. Алька. А? Давай кино смотреть, а? Ну. Включай. Вещаленько что-то, Алька. Нужно перекрестные наблюдения. А для этого нужно как минимум трое оперативников. Александр Иванович, я одного-то на свой страх и риск, а вы говорите троих. Да. Чего это вы смотрите? А, французы развлекаются. А-а-а. Александр Иванович, водила этот? Ну, который, скорее всего, бетоном подвал в привале залил. Пропал. Ну? Да, в журнале «Диспетчера» значится, что он в связи с поломкой мотора вынужден был слить бетон на свалку. Думаешь, они? А кто же счет? Ну, все, я побежал. Леонид. М? Спасибо. Новости у меня, братцы, имеются. Сегодня один высокопоставленный товарищ конфиденциально сообщил мне, что возникли непредвиденные осложнения с моей двухмесячной поездкой по Латинской Америке. Сомневается, мол, ее целесообразности. А потом слегка понедоумевал в связи со слухами о том, что происходит в моем доме, со мной и моими друзьями. Безотносительно, не соединяя двух этих высказываний. Зато я соединил. А теперь соедините и вы. Соединили. Саня, рассказывай, что происходит и что может произойти. Все рассказывай, Саня. Давай, давай, давай. Может, завтра, а? Когда привал раскопаем, когда я буду уверен, ну, на все 100%. А сейчас на сколько? 99.
Ребят, ну я ж пьяный. Ну, слушай, не выпендривайся, рассказывай давай. Что? Вот и до вас добрались, а? Братцы, завтра вы мне все-таки поможете? Значит, окончательно тебя не пустят. Сволочь. Отцепись. Надолго вам это работа? Лишь неудобно. Постараемся побыстрее. А что ищете-то? Флаг. А большой? Откопайте, посмотрим. Леонид, выйдем. Списки, о которых просил, принес? Да. Составлял по телефонной справке управления? Александр Иванович, за лоха до сих пор меня держит. Выписка сделана из официальных актов. Ладно, держи пока. Ну, скоро там. Долбают! Долбают, долбают. А мне что делать? Иди. Иди, иди. Ну, я пошел. Да-да. Товарищ капитан, вас там рабочие зовут. Ну, что у вас? Все, начальник, до кирпича дошли. Никакого кладу. Как же так? Прокол, Александр Иванович. Прокол. Да не может этого быть. Быть этого не может. Конечно, не может быть. Это же винипласт, Саня, студийный. Облицовку со стены сорвали. Ну да. Фу. Нож. Ты все понял, Гиви? Абсолютно. Я пошел, Саня. Да. Ну, что будем решать, Александр Иванович? Леонид, сделай перерывчик минут на 10. У меня к тебе разговор есть. Только все, кто это видел, пусть здесь останутся. Помещение не покидать. Дай к твоему могу. Тут 11 подпольных миллионеров-цеховиков. Ну что, не скажу, что все 11, но 6-7 из них лежат в этом привале. Понятно. Значит, Глотов, которым вы так интересовались, по всей видимости, жив. Глотов был жив до прошлой субботы, Леня. Не понял, Александр Иванович. Потом объясню. Ты продолжай долбать этот люк. Особенно не торопись, пусть твое начальство думает, что вы пока еще ничего не нашли. Ну, 6-й час. А мне до 6 вот так в юридическую консультацию надо. А вас отвезут туда и обратно. А, черт, забыл, папиросы кончились. Прижмись, пожалуйста, здесь вот. Я на минутку в магазин заскочу. Я с вами. Что ж вы раньше-то не сказали? Мы бы на малую дорожку заехали. Ладно. Пройдем с ней, парень. Спасибо. Кто здесь работает-то? Есть кто-нибудь? Дела. Фуга.
погоди-ка, я сейчас им устрою шахсей-бахсей. Я сейчас. Эй, люди! Есть здесь кто-нибудь? Эй! Сейчас я за руль сяду. А ты ножками до дома. Тут рядом. Нет, я тебя одного не отпущу. А если с тобой что-нибудь случится? Что-нибудь? Шлепнут меня, что ли? А где гарантия, что они при тебе этого не сделают? Скорее всего, и тебя вместе со мной шлепнут. А. Да. Сейчас ты вернешься туда и скажешь Махову, чтобы продолжал долбать привал как можно дольше. И чтоб всех, кто знает о находке в привале, задержали под любым предлогом. В общем, изолировали, по крайней мере, до 22. Запомнил? Запомнил. Ну ладно, у меня путь не близкий, туда-сюда. Часов 5. С разговорами все 6. Так что до 2 ночи Махов может не беспокоиться. Не пуха. К черту. Давай. Пошел. Леша! Ну, наконец-то. И опять, дорогой гость. Прошу в дом. Я ненадолго. Молочка парного хотите? Нет, не буду. Леш, мне нужен твой самый богатый человек в Москве. Александр Иванович, мы же в прошлый раз обо всем договорились. В прошлый раз я предполагал, теперь знаю. Дай мне его, Леша. Нет. Когда команда узнает про открывшиеся обстоятельства, они прикончат его. Ты пойми, эта встреча нужна ему больше, чем мне. Для его же блага. Милиция всегда действует для нашего блага. Я не из милиции. Все равно нет. Я же его все равно вычислю. Я по другим каналам на него выйду. Как ты этого понять не можешь? Но время, время! Александр Иванович, вы когда назад собираетесь? Прямо сейчас. Не советую. Вы сейчас гнать будете, а сумерки самое коварное время. Не дай бог разобьетесь. Оставайтесь, подождите немножечко. Потом поедете. При фарах безопаснее. Все, поехал. Может, все-таки скажешь? Не верю я вам, Александр Иванович. Вы сейчас в азарте. Вы сыскарь. Не засекли, обложили. Посмотри, что там сзади. Слегка прошили. Слегка. Давай машину выставим.
Мадемуазель Александр Иванович, я за руль сяду. Зачем? Асфальт у нас в городе один, в два конца. У них, я думаю, машины три, так что асфальт они уже перекрыли. Давай, садись. В отличие от этих с пуколками, я местный и знаю, как проехать не по асфальту. Ну, поехали. Обожди. Ты убедился, что я не вру? Если ты не отдашь мне этого человека, его убьют, потому что пока не убили меня. Леша, ты отдашь мне этого человека? Да. Денис! Живой. А каким я, по-вашему, должен быть? Мертвый, красавец мой, мертвый. Если вы шутите, то очень неудачно. Какие шутки? В подвале кафе «Привал Странников» обнаружены трупы убитых, много трупов. Если те, у кого ты служишь, узнают об этом, узнают они вот-вот. Если уже не узнали, тебя как свидетеля постараются убрать. Пошли. Куда? Надежное место, чтобы они тебя не достали. Давай. Давай, давай. Надежное? Надежное, надежное. Ну, пошли. Приедем. Пьешь чайку и мне как доктору все расскажешь. Давай, давай. Давай. Как доктор. Стоять, пристрелю! А ну-ка, шевелись. Пошли. Не пойду. Я не пойду. Да не пойду и туда. Да, туда ты не пойдешь. Пока. Вы меня бить будете? Налей ему коньяк. Спасибо, не хочется. Ну что такое? Почему ты не хочешь жить, а, Денис? Скажи мне. Ну, почему же не хочу-то? Хочу. Ты видел, как их убивали? Нет. Они меня отпустили до этого. Но ты знал, что их будут убивать. Откуда? Но ты же только что сказал, что тебя отпустили до этого. Значит, ты знал, что это будет? Я не знал. Догадывался. А для догадок нужны основания. Да не было никаких оснований. Так что-то показалось. Что? Ну, в общем, у ребят, с которыми я центровых обслуживал, я у двоих из них пистолеты заметил. Думаю, раз пистолет, значит, милиция, значит, операция какая-нибудь здесь. Ловит кого-нибудь, сейчас время кого-нибудь ловит. Ой, когда только выловят, а? Конечно, милиционер. Ну, конечно, меня с ними Покатый знакомил. Они же все из особой группы. Покатый? Ну да, капитан Покатилов. Он у нас в гостинице командует там. Ну, он нам лапшу на уши вешает, только чтобы не признаться в том, что он тоже убивал. Да и убивал. Убивал? Убивал. И убивал. Убивал. И убивал. Хорошо, и хорошо, убивал хорошо. Я. Снимут отпечатки пальцев, проверят на детекторе лжи. Одним словом, будет проведена экспертиза. И ничего ваша экспертиза не установит. Во! Установит. Ах, ты мерзавец! Что дурил? Мерзавец! В перчатках работал! Каких перчатках? В резиновых! Сдурил, что ли? Тогда где они? Я? Кто? Перчатки резиновые! Перчатки? Ну, что? Говори! Ах, ты подлюка! Меня Мосин с этим делом связан? Какой Мосин? Откуда? Знаток искусства, что ли? А ты-то какое отношение имеешь к искусству? Я никакого, я только помогал. В чем? Михаил Самойлович коллекционирует живопись, а меня через него просили оценивать то или иное произведение искусства. Кто просил?
Обычно Глеб Дмитриевич. А кто такой Глеб Дмитриевич? Глеб Дмитриевич, это Глеб Дмитриевич. Ой, Глеб Дмитриевич. А ты-то знаешь, откуда что? Знаешь Глеб Дмитрича? А меня Степакадыч сбивал. Где? На работе в баре. На какой еще работе? В баре! Глеб Дмитриевич просил устроить консультацию мощно. Я и устроил. Слушай, а где живет этот Глеб Дмитриевич? Я что-то забыл, а? Не знаю. Я с ним не связывался обычно, он со мной. Киви, он опять темнит. Я правду говорю. Да ладно, давай, Вики, давай. Между прочим, мы с Мосиным дважды консультировали милицию по рекомендации Покатова по конфискованным вещам. Чу-чу-чу-чу-чу. Вот так. Алло. Здравствуй, Миня. Киви. Здравствуй, родной. Который час? 11, время детское. Ты что, издеваешься? Никто над тобой не издевается. Так слушай. Вечер, Миня. Проходи. Что случилось, капитан? Здрасте. Понятно, я пошел. Проходи, проходи. Вы что встал-то? Который час? 11. Что это за человек, Леша? Я же сказал, самый богатый человек в Москве – делец. Цех, валюта, перевал? Посредничество. А дело на него в моей бывшей конторе имеется, как не знаю. Не знаю я, не знаю. Куда бежим? От кого спасаемся? Постойте. Кого за глотку берем? Леша. Не знаю. Фамилия. Не знаю я. Что он фамилия-то? Глеб Никитич Ферапонтов. Настоящая это личка или липа? Не знаю. Где живет-то, можешь пошел сказать? Ты. Где живешь? Пошел ты! Да помнишь, пошел ты! Пошел ты! Едет, да? Пошел, постой, ты! Лешка! Пошел Лешка! Ты! Лешка! А вы к разговору готовы? С ним непросто будет. Здравствуйте, Глеб Дмитриевич. Я не один. Вижу. Ну что ж, представь нас. Александр Иванович Смирнов, полковник милиции в отставке. А вас, Глеб Дмитриевич, я наслышан. Так что давайте сразу к делу. Я вас, Александр Иванович, как вы изволили выразиться, тоже наслышан. У тебя не было другого выхода? Не было ни у меня, ни у вас. Тебе верю. Прошу. Ну, слушаю вас. Сегодня вечером в привале Странников милиция обнаружила трупы убитых людей. До того, как трупы были обнаружены, главная опасность для того, кто приказал это сделать, исходила от меня. Трижды он пытался от меня избавиться, но не вышло. По моим прикидкам, он уже знает, что трупы найдены. Так что теперь главная опасность для него – вы, Глеб Дмитриевич, единственный свидетель. Его люди у меня на пятках, они уже в Москве. Надеюсь, вы понимаете, что именно сейчас их переориентируют на вас. Ну, все же не будем торопиться. Страшная история о всемогущем злодее может произвести впечатление разве что на Алексея, поскольку он молодой. Покажите ваши козыри, Александр Иванович. Версия, доказательства,
И, собственно, субъект. Извольте. Во всех углах, по которым шарил, я наталкивался на деятелей правоохранительных органов. Ну, естественно. Бывших или действующих. Ага. И каждый старался увести меня в сторону. Ага. Неубедительно. Могу назвать фамилии, должности. Нет, не надо, не надо. Дальше, дальше. Контора ясна, Глеб Дмитриевич. Ну-ну. Уровень, ну, судя по дерзости, высокий. Не говоря уж о таких мелочах, там, транспорт, спецавтоматы, количество задействованных боевиков. Кто именно? Вот чудесно оживший в лагере Глотов вывел еще на один очень интересный адрес. Управление лагерей. Итак, московская милиция, управление лагерей. Две этих линии пересекаются в одной точке. И Москву, и лагеря курирует один человек. Максимум два. Достаточно, Глеб Дмитриевич? Достаточно, достаточно. Судя по всему, Александр Иванович, у вас имеется какой-то план. Вот какое место в этом плане будем занимать мы с Бусей. Ну, сдать вас в милицию, по крайней мере, сегодня я не могу. Мало ли что. Срочный вызов на допрос, автомобильная катастрофа, попытка к бегству. Ну, что мне вам объяснять, Глеб Дмитриевич? Вы-то его знаете лучше, чем я. Остается нора. Моя? Да, кое-что в этом плане у меня имеется. Да вы у них на просвет. Из вашего угла они вас достанут два счета. Лёшка. Что, Александр Иванович? У тебя должна быть какая-нибудь глухая ямка. Ну, не может не быть. Есть. Поехали, Глеб Дмитриевич. Ну, что ж, поехали прятаться, Буся. Мне нужно 5 минут на сборы. Ну, мы будем ждать вас внизу. Сядешь в машину, сделаешь небольшой круг по переулкам. А я осторожненько посмотрю и дождусь Глеба. Как только вернешься, мы выйдем. Понял. Давай. Не с кем оставить. Насколько я понимаю, я буду отсутствовать довольно долго. Очень долго. Как вы вышли на это дело? Ну, это секрет фирмы. Давайте пса помогу. Спасибо, я сам. Кто? Я. Добрый вечер. Ой, извините. Проходите, проходите. Нас приглашают. Прости, напугал. Извини, что я так поздно. Бусю ее завтра к себе заберу. Кейс этот надо будет куда-то спрятать, Любаша. Так, чтобы никто не нашел. Не сейчас, завтра. А кто они? Большие люди. Я боюсь, Леш. Я сам побаиваюсь. А почему же он пошел на крайние меры? Ну, по-моему, вы и сами догадались, почему. Просто ждете подтверждения. Мы, конечно, проверили по спискам всех умерших в лагере людей. И, конечно, знаете состав десятки. Я по спискам выявил 11. Ну, один из них помер в прошлом году. Ну, так вот, поначалу они вели себя как надо, но в последнее время, надо признаться, распустились. Гостили там, где их брали, почти не скрывали свои прошлые жизни.
намекали и ненужно хвастались. Дело дошло до того, что полгода назад двое из них пытались нажать на него. Пошантажировать. Ясно. В Москву-то вызывали их вы? Я. Предлог? Создание треста по производству спиртных напитков. Организация транспортировки и сбыта. А вы знали, что их ликвидируют? Мне нетрудно было об этом догадаться. Но это я говорю сегодня последний раз. И только вам, без свидетелей. На следствии суде, если он состоится, я и мой адвокат будем утверждать обратное. А вот что он будет утверждать на суде? А вы считаете, что он предстанет на суде в качестве обвиняемого? Ну, не прокурора же. Позвольте мне скептически отнестись к вашей уверенности, Александр Иванович. Мы отвлеклись, Глеб Дмитриевич. Так почему все-таки привал странников? Ну, потому что их собрать всех вместе можно было только на нейтральной территории. Вот его и команда и организовал эту нейтральную территорию. Понятно. Всех сразу, да? Конечно. Поодиночке она ведь хлопотней, да и шансов наследить больше. И последний вопрос, Глеб Дмитриевич. Вы ведь не душегуб. Чего ж согласились-то? У меня не было другого выхода. Приезжал? Не то слово. Загнал в угол и удавил. Ладно, я поехал. Ждите меня здесь. А вы не боитесь оставлять меня одного? Нет, не боюсь. Если вы скроетесь от меня и от милиции, вы тем самым оставите его на свободе. А уж от него-то вам не скрыться. А нам что делать? Чай пейте. И нос никуда не высовывайте. Пока не вернусь. Товарищ водитель, прямо проезд закрыт. А почему по Остоженке нельзя? Можете проехать налево, переулком. Квартира у меня, а пункт охраны общественного порядка. Нехорошо встречаю старых приятелей, Алик. Нехорошо. Куда идти? Хм. И ты здесь. Проводите посторонних на кухню. С удовольствием. Пугаешь. Ты мне надоел. Предложения есть? Какие предложения? Иди распоряжайся. Где ты был, когда Саня это дело раскручивал? Я с тобой пререкаться не намерен. Не намерен. Предложений нет, все. Два часа. Начинаю я. Где телефон? Дежурный Ларионов. Сводку по городу. Когда ты успел все ему выложить? В 20:00, когда докладывал все обстоятельства по делу о привале странников. Там у подъезда твои люди топчутся. Позови кого-нибудь. Есть.
Не нравлюсь я тебе. Не нравишься. А стрелок, срочно на угол Турчаниновой набережной. 5 минут назад патруль обнаружил там искорюженную Ниву. Алик, какой у тебя номер машины? 1837. На все про все 5 минут давай. Есть. Это он. Это он. Это он, а не его. Зачем он ехал по набережной? Нет, нет, не мог он ехать по набережной. Следовательно, с набережной тоже. С набережной в наш переулок и все дела. Значит, какое-то препятствие помешало ему ехать по прямой. Это Санька! Это Санька! Это Санька! Замолчи ты! Встать! У меня к вам вопрос, Михаил Самойлович. Самойлович? Простите, Самойлович. Как мне стало известно, вы вместе вот с этим гражданином дважды консультировали по вопросам изобразительного искусства сотрудников милиции. Да. Не могли бы вы сказать, в каком помещении это происходило? В обычном милицейском помещении. Что это была за комната? Скорее, камера. Картины стояли вдоль стен. Вы дважды консультировали в одном помещении? Да. Внешний вид здания вы не помните? Оклемался? Оклемался, видишь, глазенками моргает. Ну, тогда пошли. Давай, давай. Вот его, Пугачев. Стоять! Господи! Старье-то какое! А ты мне руки освободи и дай это старье. Обоймы как раз хватит. А ты шутник. И я шутник. Ну вот вместе пошутим. Шурик! Тебе, полковник, один вопрос. Куда ты спрятал Ферапонтова? Идите со мной, Мосин, покажете дорогу. Пожалуйста. А вы куда? Туда же, куда и вы. Спасибо, ну, Гиви. Не стоит. Мы ждем вас у крестьянской заставы. Ну, давай, давай. Полегче, полегче. Хорошо. Володя, готов прибор. Сейчас займемся электротерапией. Так. Что-то плохо контачит. Тебе не о танке за пазухой шарить, Леопольд.
этого делать? Свяжите его! Привязывай. Не трепыхайся. Да что там у тебя, Володя? Порядок. Полный порядок. Ну тогда действуй. Отпусти! Ну, что скажешь, начальник? Володя! Отпусти! Ну, где Ферапонтов? Остановите. Так, метров 300 будет этот дом, похоже. Внимание всем! Я в 300 метрах от объекта. Через 3 минуты всех жду на месте. За 100 метров от объекта всем включить сирены. Внимание! Засекаю время. Ни условий. Если полковник Смирнов жив, выходите по одному. Через 2 минуты даю команду на уничтожение. Хорошо, что ты живой, полковник. А как же я? Бугор, ведь его во всесоюзном розыске. Трем доказанным! Мокрым! А мы по недоказанным! Шурик! Иди! Александр Иванович, пойдемте. Полегче, хлопцы! Саня, аккуратней. Санька, живой, стой. Так, посторонний, прошу отойти. Ну, держи его. Сюда. Ух ты. Поднимите его. Падайте ни с того, ни с сего. Вперед, к машине. Здорово, генерал.
Что с ним, доктор? Шок прошел побои, но вроде бы внутренних повреждений нет. Саня, двигаться можешь? Он по горячке сейчас и спляшет. Отдайте мне его, доктор. Вы забирайте свое сокровище. Только за последствия будете отвечать вы. Хорошо. Оставьте нас. Нам поговорить надо. Слушаюсь, генерал. Давай пойдемте. За цепочку на лагере ухватили вчера вечером. Прочесываем по документам соответствующий контингент. Как у тебя, Саня? Так тебе и скажи. Капитан Покатилов из космоса. Лев Сергеевич Кирьянов из исполкома. Отдел милиции этого района, скорее всего, начальник. Не могла же такая контора существовать без его ведома. Твою хазу. Уймись, уймись, Саня, к этому вернемся позднее. Позднее будет поздно, Сережа. Изолируй всех до прихода на работу неориентированных. Я сейчас. Обыщите Сырцовым помещение. Хорошо. Леонид! Вася. Ну-ка. Давай. Слушай, Леонид, там дежурки в столе. Машинка моя не зарегистрированная. Ага. Будь добр. Доставь мне ее незаметно. Хорошо. Сделаю, Александр Иванович. Сырцов! Да, Леонид. Пойдем избушку, шпанаем. А сейчас, Сереж, я преподнесу тебе самый ценный подарок. Глеб Дмитриевича Ферапонтова. Береги его. Засади в самую надежную одиночку, поставь в охрану своих людей, сам проверяй, только сохрани его. Где он, твой свидетель? Сейчас к нему поедем. Возьми ребят понадежней. Контору под твою ответственность. Слушаюсь. А ваши мальчики меня в пути не застрелят? Не застрелят, не застрелят. Вам верю, генералам нет. Ваше превосходительство с нами, другой бы драться стал, а я, пожалуйста. Благодарю. Извините, товарищ генерал. Слушай. Что же это получается? Ваши люди выбрасывают меня у вашего учреждения, и я полчаса должен искать такси. Извините, но это хамство. Спешка, Михаил Самойлович, спешка. Не умеем мы беречь людей. Приношу извинения. Благодарю вас. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. О, лучше не надо. Ну, где вы там? Подожди, подожди. Сейчас. Дай-ка. Зачем тебе понадобилось провоцировать нас на поход Грекову? Что, форсировал события, что ли? Какие события? Хотел развязать руки себе и тебе. О синдикате этом знаешь давно? Скорее предполагал, но не знал, за что ухватиться, не было за что. А у Саньки было за что ухватиться? Было. У него был привал странников. У тебя он тоже был. Вот ты почему-то очень настойчиво ориентировал Махова на торговцев наркотиками. Ну что ж, борьба с наркотиками в наше время первейшее дело. В эти дела я не успел влезть. Врешь ты все. Ты боялся. Ты хотел выиграть, не рискуя. Удастся, Саньке? Прекрасно. Не удастся? Хуже, но терпимо. Потому что впрямую это тебя не касается. Так? Дурак. Любое мое вмешательство квалифицировалось бы как нарушение закона. О, Господи, еще один борец за правовое государство. Слушай,
Сережа, ты ангела не изображай из себя, а? Тебе ведь еще что-то нужно от нас. Не от нас, от Саньки. Так что ж ты от нас хочешь, а? Сереж, а что, ребята, нет у вас желания сегодня навестить его? Мы приглашены на субботу. А вы сегодня? Который сейчас? Половина шестого. До того, как придет машина, он позвонить не сможет. По независимым от него причинам местный коммутатор вышел из строя. Ребята, очень нужно, чтобы он до моего визита не позвонил тому, кого я навещу ровно в 9. Вы должны это сделать. Мы никому ничего не должны. Сейчас его взять не могу. Отдай ему фору. Он уйдет. Сквозь пальцы уйдет. Надеюсь, Саня, ты это понимаешь. Ну что ж, за эти 2 часа попробую раскрутить Ферапонтова. Ты поспокойнее с ним, Сереж. Разозлишь, уйдет. Это тебе не урка рваная. На посту запретки вам оставят пропуск. А я вас в субботу ждал. А мы решили сегодня. Ну и молодцы. Картины рассматривать — это малая часть коллекции. Основная в городе. Ты же нас давно увидел, чего же не зашел? Режим? Весьма неудачно выбрали время навестить меня сегодня. Мне ведь на работу. Ну, пока машины нет. Поболтаем 10 минут. Присаживайтесь. Ну что вы стоите, как часовые? Садитесь, садись, Алекс. Хорошо держитесь. Не понял. Ну уж, так не понял. Ты же сообразительный. Если я здесь и живой. Слен, ты уж просчитал, что команда проиграла? Какая команда? Динамо, что ли? Так мы с Аликом за Спартак болеем. Ферапонт в 5 утра сдан Ларионову при надежных свидетелях. Жаль, я Глебушку пожалел. Да ты не Ферапонтова пожалел. Кого ты вообще-то пожалеть можешь? Ты канал поступлений своих основных доходов пожалел. Как говаривали мои бывшие клиенты, жадность фраера сгубила. А я тебя, старичок, недооценил. Старичок в данном случае не ласковое обращение, а формальная оценка тебя по старости и предполагаемым возможностям. Ну, ты же знал, что я кое-что могу. Стоило самому операции руководить. Доверился исполнителям. И вот результат. Мне подавить тебя, гнида. А я в креслице сижу. За что ж ты собираешься удавить меня, Алик? За то, что я хотел жить так, как должен жить каждый уважающий себя человек? А ты мразь. А ты? Ангел в белых одеждах.
Ты вспомни, как ты вертелся, подлаживался, врал, чтобы политическим обозревателем стать. Что ж ты от меня тогда дары-то принимал? А? И первую загранкомандировку я тебе выбил. Да и квартиру-то помог получить. Что ж ты не знал, как это делается? Не ври, Алик, себе. И мне не ври, им тоже. Ты недалеко от меня ушел. Недалеко. Но за грань, которую не переступить, не переступил. Ты приказал убить людей, свалить их в яму и залить бетоном. Половина девятого. Ну, мне пора, дорогие гости. Будете уходить, закройте дверь с той стороны покрепче. Гиви, не в службу, а в дружбу. Скажи, пожалуйста, шоферу, что мы задержимся на полчасика. Хорошо. Извините. Чего от меня хотите? Посиди с нами, Владлен. Что вам от меня надо? Да, ну, чтоб ты не звонил по телефону до 9 часов. Местный коммутатор, как я понимаю, у вас барахлит, да? А к автомобильному аппарату мы тебя отпустим ровно в 9. Сдадут тебя, Владлен. Кто сдаст? Твоя команда. Нет, он все-таки старый глуп. Команда, о которой ты говоришь, снизу. А есть команда сверху. Ну, на веревочку, значит, надеешься, да? Один анекдот вспомнил смешной. Генеральский сын спрашивает отца. Папа, а я буду генералом? Будешь, сынок, будешь. Вот закончишь училище, потом академию, в армии послужишь и будешь. А маршалом? Вот маршалом нет, сынок. Почему? Удивился он. Да потому что у маршала может быть свой сын. Смешно, да? Да ладно, давай помолчим минут 9. А, понятно. О, идут. Ребята, вы действительно можете здесь отдохнуть, покупаться, рыбку половить. Поехали, Артем. Артем, который час? 20 минут 10-го, Владлен Андреевич. Да. Это ты? Я. От меня только что вышел Ларионов. И что ты решил? Не я решаю, обстоятельства решают. Сдать меня хотите? Не боитесь? Чего именно? А то, что я могу рассказать на следствии и суде. У тебя слова, Греков, а у Ларионова доказательства. Так какого хрена ты мне звонишь? Сказать, что у тебя только один выход.
Сашенька, в Москве хорошо? Хорошо. А дела как? Какие дела? Нет никаких дел. Я про пенсию, дурачок. Какая пенсия? Лид, господи, это ты. Лид, хлопочу пенсию, хлопочу. А пьете втроем сильно? Да что ты, Лид, когда мы пили, да что ты? Знаю я вас, что? Ты полковник. Давай домой поскорее, пожалуйста. Почему, Лид? Ну потому что, я очень скучаю без тебя, дурачок. Лид, алло. Дядя. Который час? 8. Че, утро, вечер? А я знаю. Мне Шварька башку оторвет за этот бардак. А ты приберись. Неохота. Объели обозревателя. О. Пожевать бы что-нибудь. И не надейся, нечего. Как это нечего? Ты ж жуешь? Дай. А дожевываю. Алька где? Я тут, очки. Тьфу тебе. Сколько мы спали, а? Тамара из дома выгонит. Сына обещал на корты. Мне бы твои заботы. Слушай, а что я галочка скажу? У меня запись полетела. Правду скажешь, не поверят. Не поверят, Гиви. Давайте, братцы. Есть предложение. Подождите, я прессу посмотрю. Ой, пресса-то, пресса накопилась. Что ж это такое, пацаны? Трагическая случайность вырвала из наших рядов. Да. Ряды сомкнулись, и железная шеренга бойцов по-прежнему монолитна. Трагическая случайность – это ты, Саня. Ну-ну. Идешь или нет? Пойдем, Мак.